А у нас вырисовывается очертание синяка. Вот кладем крышу. Мне так уже нравится. Этот ряд такой будет классный с сараями. Конечно, в лето там будем все доделывать и внутри обшивать. Но уже будет такой вид иметь. Курятник тоже у нас недообшит снаружи. Все под одно хотим. Дробылем вот так вот его обшить. Тут тоже надо будет вверх в порядок привести. Но на все свое время. Сижу на крыше. Кроем крышу. Я как самая легкая. Меня отправили на крышу. Вот. Огородик. Пустота. И хоздвор. Как некрасиво. Красиво. Тут, кстати, кошечка, наверное. Или кто это? Или мышка. Непонятные следы. Следы от кошки. Такая вот у нас красота под боком. Здесь еще чисто, а чуть вот туда наверх, там кошмар. Даже показывать не буду. Стыдно мне делиться таким ужасом, который у нас там наверху. Там и диваны валяются, и столы, и прочее, прочее. Весь мусор выкидывают. А здесь вот красота. Боятся. Что-то сегодня не эпично. Ну что, птицы, как вам снег?
молотки ходить боятся, она перелетела. Кузенька, не надо камеру шатать. Все, привыкли? К нам пришла зима. Все в снегу. Весь сарай в снегу. Там все в снегу. А мы вот по крышам лазим. Делать нам нечего. Все в снегу, мы решили по крышам полазить. Красотища! Сегодня в лесу тоже снега больше выпало. У нас теперь вот весь мусор, весь хлам закрылся снегом. Теперь красивый-красивый лес. Погодка сегодня хорошая. Не холодно. Мы сегодня гуляем по лесу. Вовремя мы сделали крышу в синяке. Теперь сюда у нас перекочует соломка. Сено уже не будем переваливать, а вот соломку сюда сложим. Мне нравятся птички, погода. Почти не гуляют. Что, выгнали вас из теплого домика, да? Thank you.